Ну, я в шоке. Сегодня мы на таком вайбике. На первом. Вот, идем. А так все еще выносит у нас эмоции наши. Настя, мика меня. Вот, и сейчас мы пойдем на лекцию по УСУ. Потом мы идем на игру по движению первых, то есть первые. И потом мы идем на... Даша, твои комментарии. По поводу нашего дня. Спасибо. Бьянка, иди сюда. Комментарии насчет дня. А ты тебя вчера, можно не шепотом разговаривать? Все хорошо. Сейчас построю, вообще будет все замечательно. Чтобы все вышли вовремя. Мне надо вас построить, чтобы посчитать. Да, вот я все встрою. Молодец, да, это был официальный голос бабули. На дискотеку патриотическую. Да, массовка. А, массовка, да. Вот она. Ты где находишься? Точно. Вот так. Понимаете, я не успела расчесаться. Ну, что такое? Что это теперь мне? Все нормально. Все, пока. Ну, вы знаете как? Пойдем отряд. На тусовочку. То есть массовочку патриотическую. Весь хрустальный идет, и мы идем. Идем с Илюшей. Огонь, вкус твоей любви меня убил, теперь без сил. А ты, змея, пустила я любовный яд, а я так рад, что все прошло, а может быть... Кто еще из 409-й? Вы 410-й? Мы должны это будем взять в Дагестане! Я не понял. Танцуем в Дагестане. Мы снимем это в Дагестане с ней. Мы это снимем, ребят. Все, на память. Так. Это мы идем по дискотеке. Наш любимый хрустальный. Такой вайб сегодня был крутой. Сейчас. Прям вайб. Это мы сегодня идем на Аюдак. Оделись, я одета в штанах, кофте, футболке и ветровке Артеков. Она вообще на легком, она на теплом. Вот. Мы ждем наш автобус. На Аюдак. Как он стесняется, как он целуется. Я не попал прям в центре зала. Пусть он танцует, пока танцуется. Вот на нашу любимку. Мы приехали на Аюдак, ребят, йоу. Во-первых, мы не толкаем. И подниматься. Сначала идут ступеньки. И вот, кажется, они такая закончились. Так, все, я передумал. Настя, Влад, Вась. Немножечко поднялись уже. Такая у нас дорожка, кстати. Очень интересная. Вот. Довольно-таки весело подниматься, кстати. И музыка подходит. Почему вы до сих пор не сфоткались?
ребят, идем просто, чтобы вы понимали. Ну, очень круто. Все идите на сюда. Я хоть еще не поднялась, но все идите. Все идите. Очень красиво. О боже. Тяжело. Тут никого не слышно. Поднимаемся, ребят. Все-таки счастливые. Ребят, мы уже почти поднялись на Аюдак. Я твоей матери не нравлюсь, по-моему. Придумай, где ты была все 4 дня. Засосы, замаскируй, не сдавай меня. Так вот, точечки у нас, точечка какая-то непонятная, ничего не говорят, я в шоке. Шалеть, мы на абсолютике. Ребята, они пришли. Абсолютики. Всем привет, и сегодня в выпуске новостей. Абсолют застрял на дереве. Смотрите далее. Я в шоке. Итак, и сейчас мы возьмем интервью у очевидца этого события. Здравствуйте, Нелли. Здравствуйте, Ири. Что вы скажете про то, что Абсолют застрял на дереве? Я обескуражена тем, что вы его нашли. Я сама его туда посадила. Подробности. Подробности. Она скрывается. Я думала, это останется в тайне. Но я надеюсь, сама что рассказала. Это останется только между нами. Ведь ты мне обязан по гроб жизни. Я надеюсь, ты это помнишь. А мы жабы. Я все, коронные. Соблюдать. Люблю хранить традиции и свято соблюдать. И настоящим другом клянусь Артеку стать. И настоящим. Клянусь Артек запомнить и памяти хранить. Артек, клятву тебе... Здесь с четырех сторон, блин. Я на 0,5 тебя сниму. Не переживай, скоро домой пойдем. Наш, я снимала Настя. Ну все. Надо конфетница писать, а не хрустальница. Ну, конфетница. Ну, хрустальница, конфетница. Типа, конфетница сделана из хрусталя, получается хрустальница, конфетница. Это ассоциации вызывает. Какие конфеты ты ешь? Хрустальные. Поделишься? Поделюсь, конечно. На абсолюте. Опять придет будить тебя. Да. Все, плохо все это официально. Ладно, меня не снимала. Почему, когда Настя? Я не видела, когда ты ее обходила. Почему? Я отходила. Да ты, я конечно, с каким-то там абсолютиком, который испортил Настя сон часто. Так мой первый подкаст. А как Настю снимать, как ее посвящать? Мы посвятили первый на Настю, как всегда. Все, мы поднялись на Аюдак, теперь спускаемся. Йоу. Ребятки, мне очень понравилось, очень классное мероприятие, считаю, что каждый артекарь должен пройти, особенно эти надписи, вообще, ребятки, только ради этого стоит жить, увидеть виды. Спускаемся, ребятки, эковски. Ой, тише, Илюш. Давай. Спустишься? Да. А где Лера? Илюша у нас джентльмен и несет 2 рюкзачка. Один мой, один Лерин. Лера там идет последняя. Давай ее подождем. Она сзади? Нет, она сзади, да. Оп, мы, да, пропускаем, вот Лерка идет. Короче, идем. Я понял, как это. Второй раз. Что-то там жопа порвалась, что ли? Еще говорит, я не буду падать точно. Ой. Тяжело, конечно, идти. Спускаемся мы с Аюдаго.
Я еще ни разу не упала, ребят. Я считаю, это челлендж. Ни разу не упасть. Ребят, ну, я не знаю, что вам еще сказать об этом. О том, как мы поднимаемся на Юдак. Но я считаю, что это нужно всем увидеть. Это очень красиво. Все. Мы идем. Уже подходим к завершению нашей прогулочки. Вот так вот. Все, мы едем. Наш любимый Арбек. Хрустальный. А я еще раз хочу на Юдак. Илюра. Закончится, у нас сейчас будет ученическое самоуправление. То есть я 200? Я в шоке. Я в шоке. У нас тут была история, лектив. Теперь у нас ученическое самоуправление. Даш. Ребята, время школы специально для нас. Я в шоке. Время уже 4:08. Ну 9 уже. А школа время специально для нас. Я в шоке. Такое вообще, я как бы не планировала сюда идти. Идем в конференц-зал, наш любимый. Всем привет, и у нас новый день, и мы собираем постельное. Самый веселый для Полины жизни. Потому что постельное это, ну, просто любовь, потому что у нас всегда чего-то не хватает. Да банок 30, уже праздник! Последний раз мы с Лерой сидим здесь. Я больше сюда. Вот именно вот, вот такого. Уверен? Что хотите делать? На слове меня лови. Да. Лера сидит в комнате у нас. Комната. Опять делаем углы. Такая у нас комната. Сегодня делаем опять узлы. Мы едем сегодня в Севастополь! Ура! Ура! С нащёпкой! Все такие на сливом? Мы сейчас идем на завтрак! Последний! Я сейчас без омлета своего, без макарошек с сосисками. Ты будешь макарошек с сосисками? Господи, подумала, это крыса! Ужас! Мы идем в музей. Люди, люди. Мы идем по городу, я в шоке. Мы в шоке. Тут люди не в Артековском. Я в шоке. И мы все в Артековском. Люди, в шоке. А люди не в Артековском. Такая форма еще есть, оказывается. Подожди, Полина, ну, кажется, надо дорогу перейти. Это самым сильным. После смерти Лазаря в середине 19 века начинается Восточная Крымская война. Это подлинная картина Айвазовского. Она находится на полигоне. Уранье смертельное кардио. Так, все, все деньги тратим сейчас. А, так мы вышли из музея. Идем сейчас на набережную. Сейчас покупаем браков. Сейчас по первую очередь. Покупаем все. Мы покупаем мягкую душу. Не, потому что моя подушка уже просто сдулась. Я хочу себе подушку куплю. И в поезд мы идем. Мы частично идем. Плацкар. Йоу. Плаву. Это мы гуляем, идем на набережную. Я хочу поплаву. Оп, сделала. А мы приехали в Корсунь. Все как на фотках прям. Где мы высокая? Эстетика тут, конечно, прям такие прет. Блин, конечно, обалденно. Да. Я просто. Я сейчас. У нас тут будет знаете, это фотосессия. Как будто бы кипарис, ну, что-то такое. Эстетично. Да, эстетично, да. Что-то
что эстетика, эстетика, конечно. Сейчас у нас летит кусок. Что поесть? Подписчики, подписчики, подписчики. Посмотрите на этого гуся. Это мой ребенок. Мы тут понакупили столько всего. Это знаете кто? Как я вам говорила? Анфиса. Анфиса, это моя Анфиса. А вот еще. Да. Это вроде бы как учебное заведение, если не ошибаюсь. Это Анфиса. Знакомься. Это моя Анфиса просто, моя доченька. Доченька Анфиса. Короче, бежим мы кушать. А был бы он голубой, был бы сын Матвей. Кушать идем. Нормально, чем? Если мы ваши, то мне нужны какой-то плац. Владимир Владимирович. Теперь мы тут. Что за эстетика? Хожу, где был Владимир Владимирович. Я в шоке. Красота, красота. Тут был Владимир Владимирович. Что ты в шоке? Я тоже в шоке. Идем. Заходим в столовую курсию. Это шок, это шок. Это влог. Шок. Влог. Я в шоке, ребят. Наш день начинается вообще интересно, интересно. Мы уже половина дня прошла. Уже едим. Уже кушаем, да. Самое интересное, конечно, жену. Ну, самое интересное, да. Гриньоли. Иди, Дань, иди. Не порть мне аппетит. У нас новая штучка плюсом. Вообще, это уже какой-то лакшери стайл. Так идешь. Вот Даша. Ты стоишь между двумя Дашей. Так, мы приехали в Херсонесо Таврический. Идем гулять. Херсонесо Таврический – это город, который крестил Владимир Святой. Вот. Мы идем. Ребят, гляньте, какая история. Какая история. Я в шоке. Вот такая красота. Готовки к Олимпиаде. Я к Олимпиаде никогда в жизни не готовилась. Не готовилась. Положи в бок. Спасибо. Давайте еще. Наш влог. Настя сегодня не разговаривает, потому что у нее болит горло и сел голос. Поэтому сегодня все влоги буду озвучивать. А можно я? Рассказываю. Мы сейчас стоим на завтрак. Скоро будем выезжать с Хорсоня. Вот тут очень классные условия. Мы бы тут остались. Мы выспались наконец-то. Но мы с Настей выспались. Тут очень удобный кровать. Я не выспалась. Даша не выспалась, потому что она легла спать в 2:30 ночи. Вот. Что еще можно? Что еще сказать? Где? Тут очень, я еще раз повторю, что тут очень классные условия, тут очень крутая ванна. Что это завтрак? Вы нашли аппетитимы? Завтрак у нас такой же, как обычно в Артеке. Вот, ничего такого. Но мы рады, что все очень классненько. Пока все, всем пока. Мы приехали уже в Артек из Корсуни, из Херсона.
Санэс, это очень. Вот. Тусуемся на лавочке, греемся на солнышке. Вот. Весело. А как дошулик снимаем? А мы сейчас на Усу. Кстати, у меня голос стал лучше, если вы вдруг не заметили. А потом у нас танцы, поэтому мы с рюкзачком. Танцы. Танцевать пойдем. Студия, говорю. Класс проходит разводка по студии. Студия «Морской каяки». Ой, это мы. Ой, это ж мы. Сегодня будем. Серьезно? В море? Да, там у меня нет. Морской каяк. И сюда же подходят ребята, которые занимаются в студии «Прибрежная гребля». Как-то мы так пошли, так почти вторыми. Отходим в стороночку. Будь что холостяк, чего у нас есть такая возможность? Ну я не холостяк. Девочки, этот блог вы никогда не увидите. Она снимает всю смену его. Памяти нету, нового видео нету. Мы идем. Еще больная уже. Скажите кто-то за меня, пожалуйста. Мы идем, короче, сейчас в Краеведческий музей. Вот я сегодня ваш экскурсовод. Прямо сейчас мы идем по главной дороге Арде, которая ведет во все лагеря прекрасного места Арде. Прямо сейчас мы придем мимо почты Артека. Так что идем на почту. Вот. Тут мы видим Адалары. Вот, это Краеведческий музей, а там рядом сухоцветы, где я делаю поделочку, ну, уже сделала. Вот, там есть очень классный дядечка, я его обожаю, это просто моя любовь. Вот, вот почта, кстати, Артековская, вот, прошу заметить, справа от меня. Видит от нас автобус. Сейчас убьет нас, и это будет, что не увидите. Вот, вот так, если... Это предпоследний день в Артеке. Это предпоследний день в Артеке. Вот это у нас будет ВПР. Да, у нас будет закрытая смена в Артеке, и послезавтра мы уже уезжаем. Так что ждите блог с поезда. Я думаю, это будет лучшее время вообще жизнь, которую вы вообще видели, потому что будем обсуждать смену, будем угорать и рассказывать, что интересно было на смене. А мне есть что рассказать. А еще мне надо выздороветь. Ну, и нужно выздороветь, но она не выздоровеет. Она больная придет домой. Ну, потому что нет времени. Она будет лечиться, мы ее лечим. Вот, она процетамон, абсолютно будет пить и спать. Как тебе пожалуйста взять? Вот. Не помню, что еще. Там сейчас увидим корт теннисный, вот там дальше будет теннисный корт, потому что приезжают. Мы, кстати, всегда ходили на студию по прибрежной гребле. Вот у нас каждый день мы ходили так, поднимались на эту тупую горку. Мы так же ходили. Меня в блоге покажешь? Мы ходили на почту, там все подсветки. Меня покажи! Меня! Мы всегда шли самые первые. Там Капса будет слышать, что она говорит, потому что ничего не слышно. Почта еще даже не шла, а мы уже шли. Я шли. Там будет после вас шли. Как раз и там и корт, он как бы и теннис, но там и футбол. Короче, корт. Ну, вот там лагерь морской. Я же говорю, дорога главная, идет вообще во все лагеря, куда хотите попасть. И вот так мы шли сюда на гребню, кстати. Морской. Вот, дальше же просто было, она обходили. А, мы идем на ту самую красивую поляну? Нет. Ура, я очень хотела. Вот, вот там, если прямо пройти, можно выйти в лагеря. Лазурный? Нет. Можно прийти в комплекс лесной, озерный, речной, полевой. Там будет он комплекс. Потом чуть дальше против Большеборска, отдела морской флотилии, чуть дальше будет Лазурка. Вот, потом, если выехать на территорию, можно будет добраться в Солнечный и в прекрасный Кипарис. Вот. Кипариса мы так и не побыли. И не побываем. И слава богу. Ой. Ладно, мы идем. Вот там Краеведческий музей, там же находится где? Геолог, юный геолог и фитодизайн. Вот чуть дальше мы пройдем, там будет столовый уже. Морского и главный корпуса. Доники. Нет, там не столовая, столовая там морского. Ошибочку, значит. Да. Вот эта красивая полянка. А это, кстати, оливки. Как это называется? Парк оливок. Короче, когда это был подъезд хороших главных людей. Вот они все посадили по дереву оливок.
каждом возле дерева написано, кто посадил. И они там растут, прекрасно радуют оливками, кто их не ест. Вот. Видим адскую дорогу к Крымскому музею, это ступенек. Вот, ну я же привыкла, пока не сходила сюда на профи. Ну, на мастер-класс. Либо как называется. Ладно, сейчас я пока. Мы уже подходим к Крымскому музею. Мы тут находимся. Прямо перед глазами мы видим вход в мастерскую Дрюна Геолог. Вот. А, нет, Лёлечка вот здесь уже. Там, мимо елка. Вот там сбоку будет вход в прекрасный фитодизайн. А наверху сам Крымский музей, в котором мы узнаем богатство животных Крыма, моря и т.д. и т.п. Я чуть умерли, пока я поднялась. Ой, готов? А он спрятался, вот там. Ой-ой-ой, как удобненько. Здравствуйте. Это круто, но тоже вряд ли. До скорой встречи, до скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи. Мы сейчас пойдем на обед. Я вообще. Вот, Полина зазвездилась немножечко. Экскурсия продолжается. Прямо сейчас мы находимся в детском лагере «Хурус». Мы тоже не можем. Я бы могла эту песню слушать в следующей смене. Но не могу. Почему? Потому что в следующей смене ББшка. Идем мы, ребята, уже подошли. Я в шоке. Такой вайбчик вообще. Ночью это совсем другое. Еще выходили утром. Утром она была такая, типа, блин, я думала, она больше. А сейчас, оказывается, вообще просто другой вайб. Всем удачи, ребята. Вот такой вайбик у нас. Yeah.
У нас все четко. Мы еще не были даже в Боско большом. Кто идем фоткаться? Я в шоке. Пофоткаемся, потом у нас пересмотр какой-то. Я еще не понимаю, что делать надо будет. Ну ладно. Что-то еще там еще у нас. Распределение куда-то стоило, если честно. Я думала, мы сегодня будем кайфовать люто. А там вообще у нас каждая минуточка расписана. Не люблю такое. Проходит фотосъемочка. Вот идет наша любимочка. Вот она, любимочка идет, вот она фоткается, фоткается. Ой, какая фотомодель, ну просто. Обложка журнала. Еще одна пошла. Вот она, рэперка, рэперка. Ой, тоже и хорошая. Фотомодель сразу видно. Следующий, да, Маша, улети. Давайте. Идем на какой-то тупой медосмотр опять. Ура. Он мне вообще-то первый день. А? В Орленке каждую неделю медосмотр. Ой, вот я... санитарный день, вы приходите, сидите, вам всем голову проверяют, руки и живот. А тут вообще такого нет. Здесь сейчас мы не будем раздеваться. Мне вообще не хочется раздеваться. Потом вам расскажу. А что, стесняешься? Да, потом вам расскажу. Что за лютая съемка, ёпта? Да. Смонтируй влог, я не хочу увидеть. Хорошо. Так он будет выйти на 1-2, 3-5, не знаю, насколько. У меня за 2 дня, когда я была в Волгограде, вышел влог на 30 минут. А, нет, одна часть на 30 минут и вторая часть на 30 минут, то есть час. Это за 2 дня. А тут за всю смену, я просто, я не знаю, сколько я буду это делать. Трэш. Какая у нас эстетика, ребятки. Сидим, ждем медосмотр. Сегодня покровки. Наш крайний обед. Такой вот вайбик. Идем на последний столичек.
Вот они на вайбе чистом, моя компашка. Еще раз. Ты видишь? У нас сегодня абсолютик на воздухе свежем, потому что, знаете почему? Потому что мы на закрытие отвечаем. Вот так вот там все сюда сидят, пишут дорожники, я уже всем написала. Я отдыхаю посреди на море, как бы отдыхаю под солнышком. Везде и один раз в Орленок, чтобы везде была одинаковая статистика. Все, тихо, вырубаем. Это мы идем сейчас на последний наш полник. Вообще, блин. На таком вайбике учениц. Даша, что ты скажешь? Что ты ожидаешь от последнего полника? Я хочу шоколадку, виноград, кишмиш. Я тоже хочу, без косточек. Какое мороженое мне-то? Я вас умоляю. А то, как всегда, мороженое дадут, а Настя сама первая будет есть. Мороженое, только шоколад. Короче, бежим. Блогеры все. Бежим. Идем на закрытие смены. Ты скажи лучше это. Идем на закрытие смены, все уже, ну, почти все написали друг другу дорожники. У меня нет половины людей. У меня тоже половины нету, но мы не отчаиваемся. Вот сейчас я, Таша и Настя, мы на закрытии дарим президентам каждого отряда конвертики с удалечками из костра на память. Вот потом Настя вам снимет. Вот. Все уже грустненькие, потому что у нас сейчас в 11 часов три девочки уже убежали. Вот. Нам тоже чуть-чуть грустненько, но мы не плачем. Пока что мы держимся, но я думаю, что Настя заплачет. Дашка 100% заплачет, я не заплачу. Всем пока. Так, раздеваем маску. Мальчики, отворачиваемся. Ну ладно, тут все родные. А что она значит? Меня вообще тут вообще. А меня нет. Ничего, что он заходит, не стучится. Я выхожу из ванны, он заходит вот так, дверь открывает передо мной, если в трусах. Я вообще голая лежала, блин, на кровати. Здравствуйте, что у нас вообще, что происходит? Прикинь, мы завтра с ней расстаемся. Надолго, 15-16 учились. Нет, подожди, встретимся или в Дагестане, или в Казани, или в Брянске. В Дагестане, или в Казани, или в Питере. Я учусь. Забыла, что ли? Меня. Вот она уже спокойная такая. Преподаватель экономики управления. А ты в Мурманске учишься? Собираю вещи. Собираюсь, ребят. Сделали морозы. Вот она сделает, хочет сделать отлично, идеально. Я надеюсь, мы сейчас пойдем в чемоданку, потому что лучше что-то нести вещи. Гоу! Дашулик собирает чемодан. Полиночка тоже собирает чемодан. Молодец. У меня Полина все штаны мне вымазала. Я тоже собрала чемодан. Это мой пакетик. Господи, ты в машине едешь, я тебя умоляю. Я вообще тогда уезжала с пакетом. Офигеть, я думала, я с большим чемоданом приехала. У Влада больше. Покажите его чемодан. Влад, ну ты прям на это, до конца. Давайте все. Рада такая. Давайте все. Кто плачет еще? Кого будем ждать? Фамилия, как? Девочки. Я всех провожающих, наверное, подниму, потому что я один туда не буду. Слышали меня?
Куда мы сидели, вставляем вещи? Они под камерами. Дай мне эту веревку. Одна моя. Может, мы выйдем к ней? Быстро, быстро, я уходит. Чемодан, давай. Я быстрее допил, я вещи соберу. Я опоздаю. Пошла моя, пошла. Давай. Ну что, вода пойдет. Скажи, сплюнь. А выходит, опять зарядку иду по ракету. Я надеюсь, я тут пошла. Пятый отряд, выходим на парапеты. А вы все есть в своем биографии таких таксистов? Москва, 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 Москва. Лянь, там есть анимация? Как? Нет. А чё в пайках дают? Мы сейчас в столовой, у нас крайний обед, нас полюбили подашек, и Кибальченко уже уехала, мы уже поплакали. Это Даша Кибальченко оставила, по-любому. Да, по-любому наш регион. Вот, ждём суфпоёк. Нам всем очень грустно. Всё, что мы можем сказать, это быстро разбудили. Москва едет, Москва. Я в шоке. В общем, я не буду нахуй. Светку соломку взяла. Дашка ушла уже. Бьянка дала. Бьянка не ест. А? Бьянка не ест. Она ела, а потом такая, ну хочешь возьми? Я дала. Я жду в Москве. Дай мне одну. Дай мне одну. Бери хоть сколько хочешь. Только за это я стою в очередь с вами. Я в шоке, ребята, в шоке. Москва, Москва, ребята. Мы и так самые последние, поэтому... А, ну норм. Пока, Дьянка. Тут есть нормально. У меня их 6. Но у меня 3 в чемодане и 2 еще дали. Ну, 5, ладно. Я в шоке. Так и не скажешь, что... Да. Так и не скажешь, что... Я собирала, не а было. Я думала, приличная девочка. Это все мои, да. Я в шоке, я в шоке. Ты вожатый пятого отряда, приятного аппетита. Спасибо. Всем приятного аппетита. Раз, два, три. Спасибо нашим поварам за наш последний обед. Плюнь. Что тут? Крайний. Пока, Белгород, Белгород. Уезжаем. Идем мы вот так, такой тусовочкой. Стоим, стоим такие вот. Уезжаем. Пошли в мою школу. А что для своего дяди? Уже. Не изменяем традиции, с пиццей едем. Туда с пиццей, назад с пиццей. Люто. Да нет. Я потом платью сниму. Карина. Идем мы тут с Леркой. Попили чаечек. Уже почти доехали до города. Вот наш город в болотах. Доехали.
Нам сейчас сначала в Воронеж, а потом уже доедем на машинке. Люблю тусовочка у нас. Приехали, ребят. Нищая душа, смотри. Нищая. Со мной, мой друг, рядом ты.